С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте. Власти бельгийского города Баринаш решили отремонтировать дом, где в 1878 году останавливался Винсент Ван Гог. В 2015 году здание будет открыто для туристов. В юности Ван Гог хотел стать миссионером, поэтому сначала отучился в протестантской миссионерской школе под Брюсселем, а затем отправился на практику в маленький шахтерский городок на юге Бельгии. Там он пробыл около полугода. Ван Гог проживал в семье фермера Жана Баптиста Дениса. У него практически не было денег, он помогал бедным и даже отдавал нуждающимся свою одежду. К тому моменту Ван Гог уже начал рисовать. И, как отмечает издание, делал рисунки семьи Дениса. Известно о существовании 6 работ Ван Гога времен Баринажа. Однако большинство работ того периода не сохранились. Последние 20 лет дом Дениса находился в запустении. Сейчас он в полуразрушенном состоянии, и ему угрожает обрушение. Местные власти пытаются перевести дом в государственную собственность, чтобы открыть там центр. На оформление документов в том случае, если владельцы не воспротивятся, уйдет полгода. Позднее Ван Гог переехал в другой дом в Баринаже. Он уже открыт для посещения. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске новости спорта.